уже о Transport Level Security. Пожалуйста. Сейчас. Так, а кликер можно? А, вот. А? Так, если можно презентацию, будьте добры. Сейчас, коллеги. Включите, пожалуйста, презентацию. Ага. Так, значит, так, ну что-то со шрифтами, но это мелочи жизни. Вот, я расскажу про нашу. Так, я расскажу про нашу статистику с самого начала, извините. Значит, у меня доклад будет посвящен протоколу TLS и результатам мониторинга за ним в Рунете за последние полтора года. Значит, ну, тут вот первый слайд, да, вот те, кто мои презентации видел больше одного раза, таких людей здесь есть. Его каждый раз видит, там только столбики меняются, да, там вот количество, доля серверов, работающих по HTTPS с поддержкой той или иной версии протокола TLS безопасного. Вот, ну, тут вот краткий список уязвимостей последних двух лет. Надо бы его обновить, но, к счастью, ничего нового не находилось. Очень хорошо. Вот, собственно, перейдем к статистике. Да, вот, в этом году доля зашифрованного трафика по данным, ну, веб-трафика, по данным Mozilla и Google превысила 50%. В прошлом году мы в Москве это мерили, было, значит, там примерно треть. Вот, то есть видим, что рост существенный. Значит, дальше. Новые протоколы по работе с данными подразумевают защиту трафика уже как часть протокола. Хостеры стали включать протокол TLS по умолчанию, да, ну вот прежде всего заслуживают упоминания Cloudflare с их Universal SSL, но они такие уже не одни. Ну и по большому счету остался один нешифрованный протокол, да, DNS, про который я рассказывал в предыдущей секции. Вот. У нас в техническом центре интернет есть такой замечательный ресурс statdom.ru, который занимается сбором различных технометрик в Рунете. Вот. И с лета прошлого года мы начали собирать там статистику по TLS. Так что вот за полтора года мы можем подвести некоторые предварительные итоги. Значит, ну, по валидным сертификатам. Да, когда мы первый раз собрали эти данные, на примерно 5 миллионов доменов было 28 тысяч валидных сертификатов. Вот. За полтора года это количество выросло в 4 раза. Вот. Узлов с валидными сертификатами было чуть больше, тоже рост четырехкратный. Но понятно, да, что сертификат может быть валиден сразу для нескольких доменных имен. Вот. В зоне РФ все не так радужно, но, в общем, статистика вот такая. Значит, что дальше? Ну, опять-таки, полтора года назад стали устраивать закат Sunset алгоритму SHA-1. Когда мы начинали сбор данных, было у SHA-1 доля 13%. Сейчас уже существенно меньше процента доли. И понятно, что к плановому завершению у нас сертификаты с этим алгоритмом, используемым с этим алгоритмом хеширования, нас покинут полностью. Значит, доля алгоритма RSA, да, вот, колеблется от 72 до 75%, соответственно, остальное это эллиптика, 25, 27, 28. Вот, с эллиптикой было очень смешно. Значит, эллиптику активно продвигал как раз Cloudflare. Вот, и доля алгоритмов на эллиптических кривых в сертификатах достигла в марте 2016 года 32%, то есть третья, да? Значит, а дальше заработала выдача бесплатных сертификатов от Let's Encrypt. Сейчас мы, если посмотрим статистику по удостоверяющим центрам, которые выдают сертификаты domain.ru, мы увидим, что Let's Encrypt выдает треть сертификатов,
У Cloudflare с их Universal SL четверть. Третье место у Global Sign с 16%. Да, вот при этом Let's Encrypt появился только в марте, и рост, в общем, до третьей, он очень убедительный. Вот, это и эффект халява плиз, и, в общем, значит, тот факт, что там есть более-менее удобное ПО, которое позволяет это дело использовать, хотя к нему, конечно, масса претензий, что вот оно сложное, запутанное, и кто его знает, какие там дырки есть. Вот, значит, дальше мы проверили при подготовке этой презентации, что по-прежнему большая часть сертификатов эллиптических выдана Cloudflare. Там мы нашли, по-моему, 7 штук, а не процентов, против 30 тысяч, которые не Cloudflare. Вот, что важно отметить, да, что две трети, а то и больше сертификатов, которые используются в Рунете, это валидных сертификатов, цепочка доверия, которым корректно, это они либо бесплатны, либо, ну, скажем так, условно бесплатны, да, не там входят в стоимость хостинговой услуги. Вот. И на доменах в зоне RU всего меньше 600 Extended Validated сертификатов. Вот. Но опять-таки надо понимать, что это только второй уровень. Ну, например, у многих банков EV-сертификаты, которые требуют там, довольно сильной валидации при выдаче, множество ручных операций в том числе, там вот эти сертификаты не на втором, а на третьем уровне. Вот, теперь, ну, собственно говоря, когда статистику рассказали, да, вот, собственно говоря, что думают пользователи, да, про протокол TLS и что им надо по этому поводу объяснять. Ну, во-первых, пользователи видят зеленый замочек, видят, что протокол TLS, и говорят, что мы знаем, что такое TLS, TLS это шифрование. Вот, TLS это, безусловно, шифрование, вот, но вам надо четко понимать, с кем вы общаетесь, для кого вы шифруете, кто может это расшифровать. Поэтому надо четко понимать, что вот именно простым пользователям и объяснять, что важнее всего идентификация сторон. Ну, не всего, но не менее важный компонент. Вторая проблема, с которой, значит, можно столкнуться, это то, что вот мы привыкли, что вот, о, в начале адресной строки браузера есть зеленый замочек, значит, у нас безопасный сертификат HTTPS, значит, что все хорошо. Нет, не все хорошо, потому что, в общем, при возможности получить бесплатный сертификат, вы берете, регистрируете домен с похожим названием, да, получаете, в общем, идеальный фишинговый домен. Вот. Чего надо бояться? Ну вот, надо бояться, понятно, атаки man in the middle, когда злоумышленник встраивается в качестве промежуточного звена между вашим компьютером и целевым сервером. Да, вот, была, к счастью, никуда не пошла инициатива в Казахстане про организацию доступа ко всем шифрованным ресурсам через сертификат национальный. Вот. В России, к сожалению, там некоторые провайдеры пытаются работать с доступом к нашим запрещенным для доступа ресурсам, пытаются встраивать свои сертификаты в цепочку доверия, чтобы пускать куда-то, а куда-то не пускать. Ну, понятно, против отдельного хакера тоже не попрешь. Вот. Что еще, чего еще надо бояться? Надо бояться того, как проверка сертификатов реализована в мобильных приложениях. Да, исследования показывают, что реализовано там в среднем отвратительно от 30 до 40% мобильных приложений при валидации сертификата допускают типовые ошибки. Ну и, в общем, бывают странные наборы корневых УЦ, но это, в общем, уже мелочи жизни, довольно редко. Вот, что еще у нас бывает, да, в мире TLS? Ну, есть одна фундаментальная проблема, по большому счету, любой удостоверяющий центр может выписать сертификат на любой домен. Вот, то есть какой-нибудь там, ну, не знаю, да, возьмите страну, которая вам не нравится, представьте, что у нее есть удостоверяющий центр, и она, и, как правило, если у страны есть политическая цензура, то первое, что она сделает, это выпустить сертификат на домен google.com.
Вот, значит, против этого пытаются бороться. Вот есть несколько решений. Ну, есть любимый народ, ну, любимый многими в этом зале Dayn. Лично я его не люблю, и производители браузеров его не любят. Вот. Есть проект от Гугля Certificate Transparency, который позволяет отслеживать, а кто, собственно, выпустил сертификат на то или иное доменное имя. Вот. Сейчас это поддерживается только Google Chrome, но Mozilla уже заявила о том, что у них есть свой план применения. И есть технология Certificate Pinning. Да, вот мы знаем, что у домена такого сертификат такой-то, мы это запомнили, если нам подсунули другой сертификат, то браузер выдаст предупреждение. А дальше это пользователь пускай разбирается сам. Ну, типичный пользователь, конечно, разбираться сам не будет, нажмет все кнопочки, которые надо, чтобы добраться туда, куда он думает, что он хочет. Вот. Поэтому производители браузеров, в общем, эти кнопочки «пустите меня туда» прячут с каждым выпуском браузера все сильнее и сильнее. Собственно, все. Вот такая вот ситуация с протоколом TLS в наше время, в нашей местности. Спасибо. Дима, спасибо. Дима, спасибо. Пожалуйста, вопросы. У нас есть еще на один или два вопроса время. Может быть, есть вопросы к другим докладчикам, которые выступали ранее? Тарас, ты хочешь спросить? Давай. Ну, я хотел не столько спросить, сколько прокомментировать то, что сказал Дима. То есть, когда ты говоришь, что сертификат бесплатно прилагается к хостингу, ну, проблема не в этом. Проблема в том, что кто угодно. Этот сертификат можно получить, заплатить. Ну и никто не гарантирует, что это не фишинговый сайт. Ну, есть с Cloudflare такая проблема, да, там есть некоторые претензии к их модели использования TLS. Да. То есть сертификат не может также вас защитить от национального оператора Казахстана, который перехватывает весь ваш трафик и заменит сертификат другой? Может быть просто сертифицированный фишинговый сайт. Нет, я имею в виду, что как раз ситуация в розе Казахстана, когда ваш сертификат вдруг подписан, Тукаус, там, ну, в общем, не каким-то оператором, не Let's Encrypt, а вот Казахстан, как раз это... Была история по этому поводу. Они пытались получить там в браузере, скажем, Firefox, да, или в Mozilla, в Chrome, чтобы их казахский сертификат был добавлен как Trusted Authority. So basically the people from Kazakhstan who want to have a national certificate wanted to add that to the browsers. So, oh, you got it. Sorry, okay. Да, прекрасно. В общем...